А чего бывают пожары? Отогрят спичками. Да, отогрели со спичками. От зажигалок. От зажигалок. От газовых плит. От газовых плит. Молодцы, правильно. Вот, ребята, мы подъезжаем к перекрестку. Мы должны пропустить пешехода? Да. Обратите внимание, далеко у нас находится картинная галерея. Почему она необычная? Потому что мы каждый крышки не бежим, даже уже наверное бежим машинах. Тушение с огнем, да? Правильно, Илья. Поэтому она у нас необычная. А что это, ребята? Это коварный обогреватель, да, мы видим. Да, с приходом дети холодов люди включают обогреватели, чтобы обогреть жилье. Но если он не исправен или что-то с ним не так, может зайти пожар. И мы видим на картинке, что мальчик правильно делает или нет. Нет, одежду ни в коем случае нельзя ложить на обогреватель. И помните, ребята, и напоминайте своим родителям, что выходя из дома, нужно выключать все электроприборы. Ни детям, ни взрослым нельзя поджигать листву, потому что от маленькой искры может разгореться большое, ребята, пламя, да? А если загорелась трава, ее нужно сразу потушить. Чем? Водой, если да. Землей. Песком, да. Запомнили, ребята? Да. Молодцы. Вот, ребята, мы и добрались до пожарного поста. Подойдите, пожалуйста, сюда. И нас встречает инспектор пожарки. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Я инспектор пожарки. Мне нужна ваша помощь. Вы готовы стать юными пожарниками? Да, готовы. Вы готовы оказать помощь при тушении пожара? Готовы. Но прежде чем вы приступите к делу, я хочу вас проверить. Можно ли детям пользоваться спичками? Нет. Чем можно потушить пожар? Водой, землей. Да, притушителем, водой, песком, землей. По какому телефону следует звонить, если возник пожар? Умницы. А давайте, вот у меня есть два телефона, мы с вами обыграем эту ситуацию. Я буду диспетчер, который будет принимать от вас звонки, а вы будете звонить и говорить о пожаре. Что нужно говорить? Когда вы позвонили, услышали голос свой диспетчера. Адрес. Умница, свой адрес. Давайте по очереди. Садись сюда и набирай номер какой? 101. 101. У меня пожар. Адрес ваш? Деревня Варняны, улица Первомайская, дом 2. Заявка принята. У нас пожар. Деревня? Деревня Столбужи, номер 5. Дом номер 5. Принимается заявка. У нас пожар. Деревня? Деревня Волняны. Улица? Улица. Октябрьская, 4. Ребята, вы все молодцы. Знаете свои адреса, и пожарные быстро приедут к вам.